На гастроли в полной экипировке. От Минкульта Кинешемский драматический театр получит порядка 200 тысяч рублей на приобретение проездных билетов и перевозку декораций. Поддержка предусмотрена федеральной программой. Благодаря этому небольшие провинциальные театры получают возможность выезжать на несколько дней в другие города со всем необходимым оборудованием. В конце сентября состоятся обменные гастроли с театром «Йошкар-Олы». Гости из «Мариэл» пробудут в Кинешме с 23 по 25 число. Они представят спектакли «Девичник», «Точка зрения», «Лодочник» и «Веселый Роджер». Артисты из Ивановской области отправятся на гастроли 30 сентября. Без этой поддержки в Йошкар-Олу мы бы не смогли, например, вывести такие очень крупные спектакли, как «Вдовий пароход», как, например, «Остров сокровищ». Это где задействована почти вся труппа, где большие декорации. Поэтому это, конечно, существенно для нас.